Юра, скажи что-нибудь. Да видел. Что сказать? Погода хорошая. Что еще сказать? Река вон такая здоровенная. Это канава? Это канава. А вообще это медвежка считается? Не, медвежка у нас начало. А это? Выше. А это у нас выход русского отвода. Вот у нас был сильный дождь. Представься. Алексей, горный мастер. Откуда сам? Чита. Чита? Чита. Ой, как шумно, сейчас машина уедет. А где в Чите живешь? КСК. КСК. Я тебя вижу со своего окошка. Я на зенитке живу. Я вас вижу всех. ГРЭС, КСК. Угу. Сколько тебе лет? Мне 26 лет. 26 лет. На золоте давно? Вообще уже 6 лет работаю. 6 лет? Да. 5 лет проработал в Газинуле. А почему Урюм? А Урюм прошел, потому что... Алексей! На связи? Ты где это находишься? На дороге отсыпаем. Как долго ты еще отсыпать будешь? Это не от меня зависит, от машин, как они будут возить. Но делаем все возможное, сейчас как бы довозим и... И все-таки, почему Урюм? Почему Урюм? Который все ругают, поносят. Почему так-то? Все Урюм идут, а почему так? Я вообще раньше не знал, что такое Урюм. Я заполнял анкеты в разные организации. Ну да. Урюм отозвался первым. Я и поехал. А сюда приехал через пару недель у меня приглашение из других организаций. Ну, и все, решил остаться здесь. Ну, я такой человек, что если бы начал, то я до конца. Ответственный человек, молодец. Ну, решил до конца остаться. Вот видишь, а молодежь ругает, как и наш Урю, молодежь ругает. Я наоборот, я один только вас поддерживаю, молодых-то. Один вот. Вот и Юра тоже поддерживает, улыбается, видишь. Он вот сколько лет уже работает в Урюме. Юра, мы с тобой уже тут состарились. Ну а теперь что, надо работать? Раз приехал, надо. Не только работать, надо и работать, зарабатывать. Мы хорошо зарабатываем. Вот когда люди работают, и высылка, и все идет. Они просто разговоры ведут там и все прочее. Вот Юра не даст мне это, подтвердит. Работайте, зарабатывайте. Какая разница, Газимур, Урюм. Ну раз Урюм пришел, надо работать. Мы сейчас за каждого человека бьемся. Людей не хватает. Ковид опять пошел. На следующий год опять будем людей искать. Оставайся, не вздумай никуда выходить. Вот за тобой все, глаз за глаз. Ну ладно, работай, а то мы отвлекаем тебя. Петровичу привет передай. Ну вот такой...